есть жизнь у вас? Расскажите. Нам вот как у пенсионеров. У нас лучше, чем у вас, пенсионеров. Мы больше пенсию получаем. А сколько у вас пенсия, если не секрет? А вдруг потом придете, заберете? Я слышал... Почти 600 евро. 600 евро? Да. А вы что? Да. Если, ну, немножко не хватает до 6. И если это... Разное, у каждого по-разному. Все зависит, трудитесь, ребята, все зависит от стажа. А не думали уехать отсюда никогда? Никогда. Вы знаете, ну, вас тогда еще молодые, а может, вас еще не было... Но здесь так было все обустроено уже. Мы удивлялись асфальту, везде асфальт лежали, дороги. А к русским как здесь отношения? Нормально. Кто нас по телевизору пугают? Не. Моя внучка, например, у нее муж, она русская, муж эстонец. Дружит со всеми эстонцами. Русские дружат. Нет, сейчас нету никаких. Никаких. Молодежь ходит, эстонцы и русские со всеми. Нет такого притеснения.